мои, и снова я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас 7-я процедура. Ну, удивительно. Вот, ну, видите, да, если глядеться, натяжение все равно, большое натяжение есть, но шея приобрела уже, в общем-то, более-менее вид приличный. Ну, вот здесь вот был гипертонус, отечность, все здесь ушло у нас. Но жалобы, напомню, жалобы у нас были на боли, ограничение функции движения правой руки, так? Правой руки, то есть... восстановилась с третьего раза уже, восстановилась все функции руки. Значит, вот с третьего раза функции восстановились, громче говорю. А как само вообще ощущение? Ну, конечно, есть легкость появилась. Угу. Двигательные функции все восстановились. Слава Богу. Ну, знаешь, спина стала поровнее. Волшебное действие массажа. Ну вот, начинаем работать. Как всегда, друзья, мы обрабатываем руки средствами. Правда, слушай, подсохла спина-то хорошо у тебя. Чувствуешь по одежде-то, да? Ну, чувствуешь? Да, особо-то. У меня свободно одежда. Прям заметно. Вот сейчас делаю, прям заметно. Схуднула. А в питании придерживаешься чего-то, нет? Так как обычно все кушаешь. Mm-hmm. Ну вот хорошо, значит, я пошла делать. Эта рука совсем не больно, да? Ну так, болезненно, конечно. Есть у него самого массажа. Угу. Так, сейчас. Те места не дела. Горячо? Да. Горячо и больно. Видишь, как все запущено. Так вот уже не болит, а? Причину еще до конца убрали. Ну, конечно, причина самая главная — остеохондроз, конечно. А там уже все сопутствующие дела. Все-все. Нету? В суставе. В самом суставе, угу. Поняла, да. Нормально, да? Угу. Здесь уберем. Чешка шалит. Видишь, хорошо. Почти уже ничего не берется.
Так, поясничный отдел. Не беспокоит ничего? Нет. Угу. Пока все хорошо. Все, тихонечко терпим. Болезненно все равно. Так, давай потихоньку. Погоди. Так, вот давай. Так, расслабься. Головку можно на эту сторону. Так вот, ага. Молодец. Удобно теперь можешь. Можешь так, как тебе удобно. Можно сразу вот таким образом можно промассировать пальчики. Вот берем, и нам как раз нужны боковые поверхности вот кистей. Вот здесь все точки у нас, многие очень биологически активные точки, точки акупунктуры. Вот таким вот образом можно
Вот таким образом можно еще промассажировать очень хорошо кисть. И с пользой для дела. Вот так вот. Массажируй не только твою, но и свою. Так. Ну вот так, ну, правильно повернул. Вот так, молодец. Находим точки натяжения. Ну вот это мало, конечно, приятно, но очень полезно. Уже нормально, утюгов нет нигде. Все. Так как удобно, дырочку укладывай. Можешь вверх, можешь вдоль. Все укладывай. Ну вот еще мы так 5 минут лежим, припихаем. Ну и на сегодня все. Пока-пока.